Как вас зовут? Аслан. Как? Аслан. А, что изображено на флаге Республики Казахстан? Солнце и беркут. Что оно символизирует? Свободу. А, спасибо за участие в нашем вопросе. За это вы получаете шоколадку. Пожалуйста. Все, спасибо большое. А, что изображено на гербе Республики Казахстан? Я прям точно не знаю. Шанрак, нет? Да. В центре шанрак. Именно в гербе. Да, в гербе. Я прям герб прям полностью не знаю. Только вот помню то, что шанрак есть. Угу. Спасибо за ответ. Держите шоколадку. Спасибо. А что для вас значит быть патриотом? Да я считаю, что быть патриотом, это очень просто. Это в обыденных делах. Делать свою работу, ходить на работу, быть полезным своему государству. Как тебя зовут? Костя. Знаешь ты ли символ Республики Казахстан? Флаг, герб и гимн. На казахском языке как будет флаг, герб и гимн? Не помню. Помнишь? Молодец, спасибо за ответ. Вот, держи шоколад. Спасибо. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Радмир. В каком году был принят флаг Республики Казахстан? Флаг Республики Казахстан был принят в 1992 году. Это верный ответ. Держите шоколадку. Спасибо большое. Ануран. Ануран. Вот. Как вас зовут? Меня зовут Яна. Что изображено на флаге и гербе Республики Казахстан? Солнце, орел, насколько я помню. Потому что мы еще в школе это проходили, рисовали, у нас было очень много тем по этому поводу. Ну, конечно, уже столько лет прошло, но припоминаю. Яркие символы такие, мне нравятся. Что на гербе изображено? На гербе? Ой, честно, я не могу сказать точно. Не помню уже. Спасибо за ответ. За это вы получаете шоколад Казахстан. Знаете ли вы символы Республики Казахстан? Да, знаю. Флаг, герб и гимн. Можете напеть первые строчки гимна Республики Казахстан? Алтын күн асыл.